Привет, меня зовут Даша, мне было очень много посылок. Я тебе все сейчас покажу в темпе вальса, постараюсь. Потому что всего очень. Значит, посылки были из интернет-магазина Арисанги. Я заказывала трис лимонии и эссенс и из Эфраше. Значит, начну я. Магазин Арисан. Пришли мне вот такие грешнички искусственные, накладные. Здесь есть клей. Я их еще не пользовала, так что ничего сказать не могу. Пришла вот такая помада Кадрис. Ты могла ее видеть на мне в предыдущих двух моих последних видео. Такой вот коралловый у нее оттенок, теплый очень. Что я хочу... Это Кадрис, кстати, забыла сказать. Номер... Сель Ultimate Color, номер 60. Увидишь? Нет, надеюсь, увидишь. Что я хочу сказать? Помада я довольно на троечку с плюсиком. Она подходит только для съемки видео, потому что только видео на фотографиях смотрится на ней шикарно. Может быть, ты даже и оставлял мне комментарий, комплимент. В жизни она слишком яркая, в жизни я ее носить не буду, я буду ее использовать только для видеосъемок. Значит, по качеству она меня тоже не особо порадовала. Дело в том, что она очень быстро сползает с губ. И как сползает? Некрасиво сползает. Так выглядит, словно я только что поела. И некрасиво. Стоит только попить, вот чуть-чуть как-то поцеловать кого-то, я не знаю. Все, помада нет на губах. Причем некрасиво нет. Как я только что рассказала. Она подчеркивает шероховатости. Но она питательная, да. Так что, в принципе, если ее постоянно обновлять, то пойдет. У Лимони я заказала палетку магнитную. Такая здесь яркая картонная упаковка. До такой степени красивая, что я изменила своему правилу выбрасывать все упаковки всегда. Сама палетка выглядит как будто она люксовая, зеркалит великолепно. И я ее заказала. Здесь просто шикарное зеркало, такое вот огромнючее на всю крышечку. Просто прелесть. На видеокамеру на мою посмотри заодно. Вот. И да, замечательная палетка. Уж что-что. Вот этой палеткой я очень довольна. Заказала вот такой лак двойной. День, ночь. Я его как-то уже показывала. Заказала я его коллеге на день рождения. Заказала две гелевые подводки от Catrice. Одна в черном цвете, другая в коричневом. Ой, что-то как-то не так показывает. Значит, соответственно, коричневый номер 20. И черная в 10 номере. Очень все хвалят эти подводки. До меня было сказано немало лестных слов, к которым я присоединяюсь. Скажу только лишь, что... Кстати, черный у меня сейчас на веках. Скажу только, что если вдруг цвет попадет не на ту часть века, на которую нужно, стирать нужно сразу, потому что хоть смывается она легко, но именно стирается она сложновато, если дать ей высохнуть. Так что будь осторожна. Покажу тебе оттенки, хотя все уже это делали. Ну, такая вот я, вот как она выглядит в баночке. Так очень вкусненько съесть хочется. И вот так вот видно, ну, выглядит на руке. Тоже она так вкусненько смотрится. Ну, линия получилась менее изящнее, чем коричневая. Ну, в общем, ты можешь видеть. Вот, беру я уже эти подводки второй раз и буду брать дальше, потому что они гениальны. Значит, лак от Essence из серии Twilight. Номер, четвертый номер, называется Edward's Love, Любовь Эдварда. Блин! Блин! Блин!
Это волшебный лак. Это волшебный лак. Он такой, знаешь, с блестками. Но блестки очень деликатные, настолько деликатные, что издали они кажутся, этот лак кажется черным матовым. И ногти визуально лучше, дороже смотрятся, как будто только что побывала у другого мастера по маникюру. Это вот я очень безумно дорогой лак на ногтях. Визуально ногти кажутся длиннее, шикарнее. Не ногти, а мечта любой девушки. Да. Меня покорил этот лак до такой степени, что я закажу все лаки из этой серии. Жаль, что их не так много. Средний сохнет он как все лаки, я бы не назвала его быстро сохнущим. Про то, как держится на ногтях, говорить не буду, потому что у меня ногти особенные. На них даже самые долговечные лаки максимум 3 дня выдерживают. Этот выдержал 3 дня. Может, он выдержал бы больше, но потом я его смыла.